Сегодня мы будем готовить вареники с творогом. Так, для начала я буду делать тесто. Вы уже знаете, я тесто делаю заварное. Оно очень хорошее тесто. Это подходит и для пельменей, для вареников, и для хинкал. Кстати говоря, надо еще делать хинкал. И для чего? Для галушек чеченских. В общем, тесто универсальное. Я напомню, как я его делаю. Здесь полкилограмма муки. Здесь 1 чайная ложка соли. Заливаю крутым кипятком. Полный стакан, чтобы соль хорошо размешалась. Теперь беру воду эту, выливаю в муку. Сюда же добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Раз и два. И замешиваю тесто. Так, уже можно так делать. Горячие. Ай-яй. Вся мука полностью ушла. Все, тесто прям такое тепленькое, мягенькое. Все, убираю в пакет и в холодильник на полчаса. Буду заниматься теперь творогом. Наверное, это много, половину сделаю. А у меня сейчас идея такая. Я вчера делала же эти чебуреки, так называемые, с куриной грудки. А осталось у меня косточки, короче, там бульон жирный. Я подумала, почему бы мне не сделать хинкал, какой, по-моему, кумыцкий, наверное, да, я, наверное, так правильно, неправильно, не знаю. Но спрошу у девчонок и буду делать кумыцкий хинкал. Бульон у меня есть, чеснок есть, соус будет. Все, поехали. Так, девочки, я взяла творог, половину порции. Разомну сейчас хорошо. Так, посолить его надо по вкусу. Он мне не такой рассыпчатый. В принципе, можно и не давать сюда яйцо. Так, он такой липкий. Я, наверное, не буду добавлять. Просто чисто творог и соль, и все. Вот это у меня будет начинка. Так, тесто раскатываем тонко, как можно тоньше. Мясо у меня уже сварилось, я его вчера варила. Сейчас бульон сниму, юшку, сделаю соус. И будет хинкал у нас. Так, девочки, раскатала, тоненько раскатала, где-то миллиметра, 1-2 миллиметра, наверное, вот так вот. Теперь нарезаю на некрупные квадратики. И вот так вот. Вот так, сейчас закипит и буду бросать. Девочки, вот бульон, я мясо вытащила. Теперь мне вот эту юшку, всю вот это вот бульончик, вот это нужно все снять для того, чтобы соус сделать. Девочки, у меня чеснока мало. Ну вот беру по 3 штуки, на 2 соуса буду делать. Продавливаю через чесночницу до вилку. По чуть-чуть сделаю. Так, чуть-чуть соль. Соль много не сыплю. Почему? Потому что у меня бульон уже подсоленный. Перчик ложу сюда, черный молотый. Так, девочки, бульон я сняла, верхушку, юшку эту. Теперь я могу бросать наш хинкал и варить. Так, сейчас я разомну, разотру чеснок. Чуть-чуть соли здесь и чуть-чуть перчика.
соли не переборщите. Почему? Потому что у нас бульон с солью соленый. Хорошо, если есть куриная печенка, и когда курочку варите, печенку тоже сюда можно. Но это уже другая история, как говорится. И наливаем вот этот бульончик. Это такая вкуснятина. Девчонки, кто знает, тот знает. Кто не знает, попробуйте, сделайте. Так, один соус готов. Сейчас пойдем другой делать. Так, я один сюда перелила соус. И еще один, то же самое, и плюс зелень добавляю. Зелень, значит, петрушка, укроп и базилик. Что вы любите? Какую любите зелень, такую добавляете. Вот это вчера на ура ушло. Так, все, и хинкал мой готов. Сейчас буду накрывать. Блюдо наше готово. Готовьте, пробуйте. Это не сложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Приятного аппетита и пока-пока. Девочки, вот соус один. Вот такой соус второй. И вот такой соус третий. На выбор, какой хотите. Это очень вкусно. Девочки, вот что у меня получилось. Смотрите. Вот такой хинкал. Вот такой соус. Вкусненький. Вот такой хинкал, вот такой соус. Это вообще бомба. Вот такой хинкал, вот такой соус. Это вообще бомба. Приятного аппетита, девчонки. И мне, и вам. Пока-пока. Готовьте. Пробуйте. Это не сложно, это очень вкусно. Девчонки, теперь тесто тонко раскатываю. И будем вареники лепить. При помощи кольца вырезаю кружочки. Я ложкой возьму, во что удобнее. Девочки, вот смотрите, как леплю. Обыкновенно собираю. Сначала так закрепляю. А потом делаю такой колосочек. Раз. Вот такие вот. И так все буду лепить сейчас. Девчонки, вот налепила. Теперь ложу все в морозилку. Слой один накрываю, чтобы они не слеплялись. И второй слой. Несколько штук осталось. Все, убираю в морозилку до того, когда мы будем их варить и кушать. Так, девчонки, заморозились мои варенички. Я поставила воду, чуть подсолила ее и сейчас буду варить.
вареники. Камешки. Так, девочки, вот поставила. Вода закипела, я бросила. Варю. Здесь у меня, смотрите, что стоит. Молоко перегнала. Это обратно творог. Вот, ждем. Блюдо наше готово. Готовьте, пробуйте. Это несложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Приятного аппетита и пока-пока. Девочки, вот такие у меня варенички получились. Честно скажу, несколько штук у меня порвались. Наверное, сильно тонкое тесто раскатало, поэтому вареники очень вкусные. Приятного аппетита и пока-пока.